Видео подготовлено каналом Уроки ТВ из раздела «Круглые тела» номер 317. Плоскость, параллельно основанию конуса, рассекла его на две части. Зарисуем ту часть, которую называют усеченным конусом. На рисунке, на чертеже, мы выделили усеченную часть конуса голубым цветом. Запомним правило. Усеченный конус – это та часть конуса, которая расположена между его основанием и секущей плоскостью, параллельной основанию. Такой конус в математике называют усеченным. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.